Улыбайся, улыбайся! Вот! Тоня, улыбайся! Уличные музыканты и фарсовщики, стихийный рынок с назойливыми продавцами. Еще в фойе зритель погрузился в атмосферу конца 90-х. В это время развиваются действия комедийного спектакля «Теща на прокат», премьера которого состоялась в театрально-концертном центре «Щелковский театр». Здравствуйте! Вы нас, конечно, извините. Нас, артистов областного драмтеатра имени... Не надо! Это уже не важно. Важно то, что мы хотим вам сказать! Мы хотим вам сказать, куда катится наш русский театр? Да, куда? Веселая история, написанная Сергеем Беловым и Петром Белышковым о предприимчивых артистах, оставшихся без работы, понравилась главному режиссеру театрально-концертного центра Светлане Погодиной. Выпуская очередную комедию, мастер сцены предлагает зрителю еще раз взглянуть в прошлое, посмеяться над тем, что было. Это такой... шарш на 90-е, когда мы уже перестали страдать, а стали смеяться над какими-то вещами, которые происходили именно в те годы в нашей стране. Это рынки, это какой-то беспредел, когда непонимание, куда мы идем. Но все это опять тема любви и таких анекдотических ситуаций, в которые попадает некая компания. Роль компаньонов Гинаша и Аллы, артистов, вынужденных идти на обман, чтобы заработать, исполняют актриса Екатерина Кузина и актер драмы Николай Исаков. Зритель впервые увидел Исакова в новом, незабываемом образе тещи, не лишенной чувства юмора. Да, это совершенно новая история. Я никогда, собственно говоря, женщин в образе, не скажем, женщин не играл, тем более тещ, тем более в возрасте. Вот, поэтому, конечно, это нестандартное, да, выход из комфортной зоны на все 200%. Это было очень сложно, потому что действительно надо перешагивать через себя, через свое совершенно другое состояние. Доченька! Ну разве ты пожалеешь? Для больной разбитый простатитом мальчик, каких-то несчастных 5000. Три, мамуля. Мадача. Безработные артисты попадают в квартиру молодых людей Евгения и Нины, которые, наконец, решили пожениться. Но перед тем, как повести любимую в ЗАГС, жених, роль которого исполняет Павел Маркин, захотел познакомиться с будущей тещей. Невеста Нина, ее играет Елена Сурина, зная сложный характер своей мамы, решила подстраховаться, пригласив на эту роль первого попавшегося человека. Нина, это для меня что-то очень новое. Я раскрыла для себя какие-то новые грани. Где-то мне пришлось переступить через себя. Да. Мне было интересно готовиться к этой роли. Волнительно? Да, да, очень. Удастся ли молодым людям выпутаться из анекдотичной ситуации, а экстравагантной тёще заработать на положении, зритель узнает в конце спектакля. Наш театр всегда удивляет. Он всегда выдает гораздо больше премьеры, чем даже губернский театр. Я не стесняюсь этого говорю, потому что ребята работают на износ, и самое главное, что они любят тот материал, который показывают, живут в нем. И та отдача, и то хорошее настроение, мне кажется, это самый главный успех. Сегодня все смеялись. Ближайший вечер, когда Щелковский театр покажет «Тещу на прокат» — 11 июня. Михаил Налетов, Валерий Жиглей. Щелковское телевидение.